Всем добрый день! И сегодня наш видеообзор будет о жилом комплексе «Новая Заря». Этот замечательный комплекс состоит из 5 корпусов, некоторые из них уже построены. Пойдемте посмотрим, что здесь осталось интересного, и обязательно досмотрите это видео до конца, я покажу вам самые выгодные варианты от инвестора. Мы с вами на территории жилого комплекса «Новая Заря». Здесь очень красивый ландшафтный дизайн, прям молодцы. Хочется отметить, как все подобрано красиво здесь. И гранат, и гортензия, и елочки очень красивые. Достаточно, в принципе, места у придомовой территории. И парковка здесь будет, и торговый центр. Сейчас мы с вами поднимемся на 8 этаж. Там сейчас акция у застройщика по 130 тысяч за квадратный метр. Заодно посмотрим внутреннюю отделку. Здесь все очень качественно, очень красиво. На таком хорошем уровне бизнес-класса, действительно настоящего бизнес-класса. Таким образом даже у нас выглядит пожарная лестница, видите? Очень все качественно, керамогранит, отделочка такая стен хорошая, как раз практичная. То есть будут люди делать ремонт, и она тоже, если даже поцарапают, то не будет так сильно заметно. А это в любом случае неизбежно, когда будет идти стройка. Я поднялась на 8 этаж. Здесь у нас сейчас есть квартиры по акции по 130 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас в этом доме уже разрешили делать ремонтные работы собственникам. И, в принципе, после ремонта они уже могут заезжать в свои квартиры. Документы здесь планируют начать оформлять в июле. И в конце года здесь все уже будет готово. Единственный момент, что газ будет подключен в декабре. Давайте мы с вами посмотрим квартиры площадью 36 квадратных метров. Как раз они по акции у нас идут. Хочу еще обратить ваше внимание на очень качественные двери. Посмотрите, какие классные двери. Все в одном стиле будут. Специально сделали для того, чтобы их не менять. Здесь получается у нас две световые точки в этой квартире. Балкон, выход на балкон. Хочу отметить очень качественные окна. То есть из минусов я бы отметила, кстати, в этом комплексе, что здесь все-таки у нас трасса находится рядышком, да, то есть достаточно шумно, это, пожалуй, единственный минус. Сейчас мы с вами закроем окно, и будет у нас прям абсолютная тишина. Очень хорошие стеклопакеты, видите, очень тихо. В каждой квартире будет индивидуальный газовый котел фирмы Baxi. Доплата за него наличным путем 100 тысяч рублей. Напомню, что комплекс у нас строится по федеральному закону 214. Здесь большая придомовая территория, очень много парковок. Будет также в продаже платная парковка. Вот. Я считаю, что этот комплекс отлично подходит для постоянного проживания. Потому что я как специалист понимаю, что этот район он очень удобен. И здесь на самом деле все в шаговой доступности. И школы, и детские сады, и поликлиники. То есть все очень компактно, очень удобно. Давайте я вам покажу вот эту акционную квартиру площадью 36 квадратных метров. Она отлично планируется в однокомнатную квартиру. Хочу отметить, что здесь хорошие большие панорамные окна, высокий потолок. Дом строился по федеральному закону, поэтому здесь все коммуникации, естественно, центральные, статус здесь квартиры. Здесь проходят все виды ипотек, в том числе и военная ипотека. Также соблюдены все нормы по пожаротушению, да, и вот этим вот всем очень важным моментом. Мы с вами выходим на балкон, и у нас вот такой вот здесь вид. Здесь у нас ведется строительство нового дома. Внизу у нас частный сектор, красивый очень бамбук. Здесь вот небольшие такие садовые участки. Обратите внимание, какие красивые, качественные кованые перила. На балконе также предусмотрен слив для того, чтобы вода сливалась, да, если будет идти дождь. Уже выполнена плитка на балконе, то есть вам не нужно здесь уже ничего делать. И также застройщик позаботился о том, чтобы было место под кондиционеров, вот непосредственно кронштейны, чтобы не нарушать фасад, чтобы все было красиво и одинаково. С обратной стороны у нас окна зеркальные. Здесь цвет у нас коричневый, с той стороны белый. Хороший стеклопакет, он также поможет вам
использовать меньше электричества, потому что пропускает меньше световых лучей, поскольку в Сочи очень жарко, и специально застройщик заказал вот такие вот стеклопакеты, очень хорошие и качественные. Квартира правильной формы, здесь вообще все очень хорошие планировки, и здесь можно сделать полноценную квартиру однокомнатную, либо, если у вас есть желание, можно оставить ее в просторной студии. Зона санузла предусмотрена вот здесь вот с правой стороны при входе. И угловые квартиры, мы сейчас на 8 этаже, есть такая же квартира на 5 этаже, площадь здесь 50 квадратных метров, здесь можно отлично спланировать полноценную двухкомнатную квартиру. 4 световые точки. Хорошая, удобная планировка. Квартира угловая. Звоните, оставляйте мне свои комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал. Я помогу вам выбрать самую лучшую квартиру по самой выгодной цене в данном жилом комплексе. Я рекомендую вам покупку в этом качественном, замечательном доме. Всем до новых видео!